Подготовка к фотосессии для сайта «Квартир Делюкс», торгующего модной одеждой в интернете. Его хозяйка Анна Блумерс посещает ярмарки по всему миру. Для весеннего сезона она сделала для себя два открытия. От стиля милитари, который в разных вариантах популярен последние 10 лет, мы перейдем к стилю байкеров, но в иной интерпретации, с накладными плечиками, тонкой кожей и легкими серебристыми деталями, чтобы придать всему образу более женскую ноту и подчеркнуть талию. Вторая тенденция весны – это краски и орнаменты. Многое из предыдущих сезонов остается актуальным. Большие карманы будут и впредь обязательным элементом, как и шарфы. Что касается брюк, то дополнительно к узкому крою популярными станут укороченные модели. Эта новая модель называется чино. Укороченные брюки отличаются от варианта прошлого сезона более свободным верхом и просторным кроем. Карманы здесь скошенные, но сужающиеся к ноге. Крупные сети по торговле одеждой этой весной делают ставку на ретро. Например, в магазинах Манго снова появились накладные плечики. Здесь же возвращается мода на более яркие цвета. Развивающаяся легкая одежда, воздушные материалы. На смену серым краскам финансового кризиса приходит свежий ветер. Наша одежда становится более легкой и свободной, а материалы — более изысканными. Все это способствует внешнему выражению личной свободы. Насыщенные цвета, удлиненные силуэты, подчеркнутый ретро-стиль присутствуют и в программе фирмы H&M. Разночтений по поводу основных тенденций на 2011 год у крупных игроков рынка нет. И ретро, и актуальные тенденции — разрешено все. И никакой диктатуры стиля.